И начнем с ситуации с утечкой топлива из резервуара на ТЭЦ-3, которая произошла в минувшую пятницу из-за разгерметизации бака. Растекание солярки удалось сдержать, в том числе и на реке Амбарной. Об этом сообщили в Норильской прокуратуре и Норильско-Таймырской энергетической компании. Прокуратура утверждает, что вреда городской системе водоснабжения инцидент не причинил. Ликвидация последствий продолжается. Прокуратура и следком проводят проверку. Это не соляра? Ой, Витёк. Именно соляра. В пятницу подобные видео разошлись по городским социальным сетям. На кадрах территория 3-й теплоэлектроцентрали. Это резервуар номер 5. Есть предварительные данные, что у него произошел отлом днища данного резервуара. Произошел отрыв днища этой ТЭЦ, ну скажем, цилиндра, да, огромного, 30-тысячно-тонного. И прошел прорыв. Вот вследствие чего произошел отрыв днища, это будут уже у нас устанавливать как контролирующие органы, так и органы расследования. По сообщению пресс-службы заполярного филиала Норникеля, у этой цистерны не выдержали опоры. Всего же, по информации следственных органов, вытекли около 20 тысяч тонн солярки. Хочу предупредить, ну не предупредить, успокоить всех жителей города Норильска о том, что никакой опасности водоснабжение не наступило, поскольку непосредственно попадание в водоснабжение не произошло, поскольку источник загрязнения находится ниже водозабора. Возможный ущерб экосистеме озера Пясино в прокуратуре прокомментировали так. В озеро Пясино и в реку Пясино и в дальнейшем в Карское море у нас не установлено попадание дизельного топлива. То есть в настоящее время само это пятно больших объемов, но оно находится у нас в одном месте, в реке Амбарке. Все там оно купировано, это пятно. И в настоящее время предпринимаются меры, направленные на откачку оттуда, чтобы минимизировать вред для окружающей среды. Дизельное топливо из Амбарки из территории ТЭЦ сейчас откачивают работники Норильско-Таймырской энергетической компании. В соответствии с планом действий мобилизовано 67 человек и около 40 единиц техники. Будет вывезен весь зараженный грунт и замещен чистым песком. Вред, нанесенный окружающей среде, будет оценен в рамках открытого уголовного дела. В кодексе есть дословная формулировка – за порчу земли. Пока мы возбудили уголовное дело по факту, но проверка еще продолжается. Не исключено, что это будет не одно уголовное дело. Будет дана оценка всем виновным лицам, которые допустили нарушение, которое стало следствием данного чрезвычайного происшествия. Андрей Гришков и Александр Журавлев. Новости Северного города. Еще одна тема, широко обсуждавшаяся в соцсетях, что якобы резервуар был поврежден автомобилем, который потом сгорел. Как выяснилось, сгорела машина, проезжавшая возле ТЭЦ-3 во время разлива топлива. В прокуратуре сообщили, что водитель остался невредим. На ситуацию с разливом топлива отреагировали в краевом правительстве. Сейчас на территории Норильска и Таймыра введен режим чрезвычайной ситуации. Убедиться, что принимаются все необходимые меры, в Норильск приехал лично зампред правительства края Анатолий Цикалов. Также работать здесь будут мурманские специалисты, у которых есть опыт в устранении разливов нефтепродуктов. По предварительным данным, как сообщил зампред правительства, площадь загрязнения составляет порядка 10 гектаров. Решением краевой комиссии и затем постановлением правительства Красноярского края введен режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырско-Долгонецкого муниципального района. Также введен региональный режим реагирования, то есть Красноярский край готов оказывать поддержку этим муниципалитетам. Наша задача сейчас все снять с водной поверхности для того, чтобы не допустить растекания вот этого дизельного пятна дальше по течению. Погода сейчас способствует ликвидации, сильный северный ветер, который не позволяет пятну растекаться, он дует против течения, плюс выставленные боновые сооружения, вот, несколько цепей боновых сооружений. По мнению специалиста вот, компании, а также службы газоспасательной, которые занимаются по договору с НТЭКом ликвидацией аварии, говорит о том, что прогноз благоприятный. Далее новая статистика по коронавирусу. Сразу у 11 человек за последние сутки медики подтвердили наличие новой инфекции. Таким образом, общее число зараженных сегодня 91 человек, а выздоровевших по-прежнему 42. На карантин за последние сутки специалисты отправили 55 человек, и теперь их всего 106.
Что касается ситуации в крае, то на первый день лета общее количество заболевших жителей региона достигло 4380, выздоровевших 1060, а вот умерших уже 39 человек. В крае по-прежнему действует ряд ограничений и масочный режим. Иная ситуация у наших соседей. По данным таймырских властей, в Дудинском инфекционном госпитале сегодня всего 5 человек, четверо из них с диагнозом коронавирусная инфекция. Меж тем, в субботу власти решили снять круглосуточный пост на въезде в Дудинку, а с понедельника возобновлены внутренние авиарейсы между поселками и вновь курсирует автобус по маршруту Дудинка-Норильск-Дудинка. Ну а данные всех возвращающихся с материка будут собирать и передавать в таймырскую межрайонную больницу. В условиях пандемии на круглосуточном посту не только медики, но и работники комплексного центра социального обслуживания населения. В учреждении сейчас особый режим. Сотрудники трудятся посменно. А за круглосуточный труд им, как всем работникам стационарных учреждений соцобслуживания, работающим в таком режиме из-за самоизоляции, назначили дополнительные выплаты. 15 дней, 24 часа в сутки. Именно так сейчас работают смены в комплексном центре социального обслуживания на Маслова, 4. 26 апреля учреждение перевели на особый режим работы, а 3, 4 и 5 этаж закрыли для посещения. На 2 недели на пост заступил 21 сотрудник. Это зав. Отделением, воспитатель, медсестры, инструктор по лечебной физкультуре, санитарки, уборщики, буфетчик и официант. Сейчас работает уже 3-я смена, а первые 2 уже ощутили на своих счетах денежную прибавку. Эти люди заботятся о 80 подопечных, в их числе 29 детей и 51 пенсионер, за которыми некому ухаживать. Всего на выплаты сотрудникам Норильскому КЦСОНу перечислили из федерального бюджета 8 623 тысячи рублей. Смена длится не менее 14 календарных дней в закрытом круглосуточном режиме без возвращения работников к месту постоянного проживания. Выплачивается сверхмесячной заработной платы, так как у нас смена 15 дней, они получили чуть-чуть больше. То есть этот весь расчет обговорен в постановлении. Вот. В случае выявления новой коронавирусной инфекции, тогда выплаты будут увеличены, и это 39 тысяч до 91 тысячи рублей. На данный момент в КЦСОНе не было выявлено ни подопечных, ни сотрудников с COVID-19. Перед началом смены работников проверяют на коронавирус. Далее о происшествиях. Очередной норильский байкер попал в аварию. Это случилось в субботу на трассе Норильск-Талнах. Авария произошла в районе турбазы «Улыбка». Дорожные инспекторы предполагают, что виновник сам мотоциклист. На этом участке дороги запрещено обгонять. Именно этот опасный маневр, по мнению инспекторов, и мог стать причиной аварии. Помимо транспорта, в ДТП пострадал и сам байкер. С переломом руки и ушибами его госпитализировали. Этот случай уже второй, подобный на норильских дорогах. На прошлой неделе статистику происшествий с мотоциклистами открыл байкер из Кыргызстана. А таймырские следователи разбираются в деле о систематическом избиении ребенка. Дознаватели выяснили, что с декабря прошлого года по май этого 29-летний сожитель дудинчанки периодически издевался над ее 6-летним сыном. В нетрезвом виде мужчина избивал мальчика проводом от телефона. Впоследствии это подтвердила судебно-медицинская экспертиза. На теле мальчика обнаружены кровоподтеки и ссадины. Также известно, что мать ребенка знала об издевательствах, но не вмешивалась в происходящее. Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Я пришел в вечернее время на ужин. Зайдя в квартиру, прошел в зал, увидел, что были разбросаны игрушки и вещи. Я попросил его, чтобы он убрал за собой это. Он отказался, сказал, что я не буду. Я на шкафу лежал ремешок, шнур, точнее, от зарядного устройства. Я взял и помахал перед ним. Он убежал к себе в комнату. Я зашел, еще раз попросил его, чтобы он убрал за собой. Он отказался. Я ударил его 3 раза этим ремешком, он убежал. И сейчас смотрите заключительную серию нашего молодежного сериала, который мы подготовили до начала пандемии. Сегодня поговорим о людях, которые продвигают в Норильске барную культуру. Ведь современный бар, в первую очередь, это атмосфера и люди, с которыми можно пообщаться о простом и сложном. Это клуб, это пространство для своих, это музыкальные подмостки. В нашем городе есть подобное место, созданное на голом энтузиазме компании молодых людей. Большое хобби, ставшее малым бизнесом. В очередном репортаже поколения YZ. Здесь не
концертный зал, но играет живая музыка. Не ночной клуб, но посетители пританцовывают. Не сайт знакомств, но тут находят друзей и даже жен. Меня этот бар привлек не развлечениями, а историей. Забой развлекает норильчан уже 4-й год благодаря объединению 4 молодых людей – Виталия, Нины, Антона и Ани. Бар непосредственно – это мечта. Да? То есть мы частенько ездили в Санкт-Петербург, точнее, каждый год туда ездим. И где, как не в Петербурге, есть эта куча маленьких барчиков, где люди приходят практически каждый день. И одна из задач была такая, чтобы наш бар было 3-е место. То есть, например, у человека есть дом, работа и еще куда-то, куда он может прийти, когда ему либо очень хорошо, либо очень плохо. Молодые люди часто заняты, и мне удалось встретиться только с 3 из 4 авторов проекта. Но над идеей они работали вместе. В «Забой» — это во многом череда дружеских авантюр и случайностей. Когда молодые люди уже отчаялись найти помещение, помог криминальный случай. На отдыхе у реки Хараилах неизвестный украл фотоаппарат у их общего друга. И мы возвращались ночью из ОВД, будучи подавали свидетельские показания по этому поводу. Из Толнавского ОВД. Мы везли нашей подруге повестку, чтобы она тоже съездила. И проезжая мимо ее дома, мы увидели вывеску «Аренда». И просто, знаете, как... Уже через неделю, каждый день после работы, друзья приходили на место будущего бара. Начались ремонтные войны. Молодые люди вели борьбу с голыми стенами и старым полом. Не придумывали, лишь бы интереснее декорировать помещение. Почти все делали сами, но для особых случаев нанимали бригаду. Частично какие-то специализированные работы. Там плитку положить по полу. Стену снести. Стену снести. Тут же маленький бар сначала был. Мы же открывали его буквально на 3 стола. Сейчас их 10. А было 3. И здесь была стенка. Кроме ремонта в 4 пары рук, ребята в 4 головы думали над логотипом бара. Отрисовать помогли знакомые художники. Аня сидела возле батареи, тут еще не было ничего, и вырисовывала на этом. На ноутбуке, я помню, еще сидели, такой, брови повыше, там это пониже. Там, так. Вслед за джентльменом с бородой из шишки появился бар. Первое время в «Забой» был закрытым местом для своих. Работал по принципу сарафанного радио. Здесь собирались тарифские музыканты, актеры, фотографы. Несмотря на стабильный поток гостей, сложно были, особенно с транспортировкой продуктов. Раньше ребята не занимались бизнесом, поэтому учились на своих ошибках. Но у нас здесь очень много друзей, которые кто-то окнами занимается, кто-то электрикой, кто-то там мебель строит, кто-то еще чем-то. Естественно, здесь легче. Где бы мы это все искали на материке? К нам сюда приходят из-за нашего персонала. То есть люди сюда приходят общаться, находят себе друзей. Находит здесь не только друзей, но и любовь, как, например, Евгений. Он обеспечивает заведение продуктами, развозит на машине, если нужно. В душе Евгений музыкант, поэтому иногда проводит подъездники. Это что-то вроде квартирника, но с музыкой, которую нужно петь громко и желательно всем, кто ее слышит. Я здесь познакомился с женой. Можно сказать так, она работала на кухне, я работал здесь. В тот момент я был что-то вроде как исполняющий администратора, и вот так получилось. Вообще, на самом деле, мы здесь не одни такие, здесь много. У нас была шутка такая ходила, что в «Забой» объединяет. Отмечала здесь Новый год с друзьями, ну и, собственно говоря, сотрудниками бара в основном мы тут сидели. У нас тут как своя семья была. Я была в коротком красном платье, вышла с подсобки, он меня начал снимать на камеру и говорит, что я порчу им Новый год, потому что отвлекаю внимание от Нового года. В подборе персонала роль играли разные случаи. Сергей работает здесь уже 1,5 года, а раньше был системным администратором и никогда не считал, что может занять управляющую должность. Я сюда с друзьями пришел, то есть отдохнуть как гость, и мне довольно-таки понравилось. То есть познакомился с персоналом, общались, как бы много довольно-таки
Буквально на третий раз, как я сюда пришел, со мной уже весь персонал за руку здоровается. Привет, Серега. Эта же приятельская атмосфера, говорят, привлекла сюда и сотрудников младшего звена. Когда Лара пришла в бар, тоже за компанию, ей понравилось отсутствие формального дресс-кода у официантов и отношения, где все на «ты». Я работала в ресторанах, тоже официанткой, где там нужно было разговаривать с людьми по определенному шаблону, одеваться, там белый верх, черный низ и так далее. Я никогда не любила такие рамки вообще в принципе. Поэтому мне здесь очень хорошо. Тяга к необычному имиджу Лары сейчас помогает ей на тематических вечеринках. Помимо выступлений местных и приезжих исполнителей, здесь проводят Хэллоуин, Октоберфест, пижамную дискотеку, девичники. Все, на что хватит фантазии и смелости. Ты заходишь в бар, а здесь сидят девки в бегудях, там, и долбят рыбу об стол. Да, и люди, которые не знают, что вообще происходит, они вот с такими шарами заходят. То есть они спрашивают, и в итоге там на следующее мероприятие опять же приходят. У нас тематические вечеринки очень много людей поддерживает. Казалось бы, воплотили молодые люди свою мечту, можно успокоиться. Но нет, решили сделать что-то еще. Бургеры в городе есть, суши на каждом шагу, а вот художные еще не придумали. Ну и тут захотели пофантазировать и сделали кафе тематическим. Мы просто, да, мозговым штурмом пришли. Ну, как бы сидели просто у кого-то из нас дома. Они просто лукавят, на самом деле. Извини, Витальчик, что перебила, потому что этот человек прочитал почти все, наверное, комиксы. Ну, кстати, да. Вот. То есть это игроманы, любители, как и гики. Дэдпул, Человек-паук, Робин и другие известные герои появлялись на стенах. Как и в случае с баром, друзья сами занимались оформлением. Только для иллюстрации на помощь позвали знакомую художницу. Времени потратили на это? Ну, бесконечные панели потолка, догона. Сейчас смотрю и думаю, боже мой, как красиво. Ой, ну когда мне я подумала, что я уже их закончила делать, и мне Антон такой говорит, слушай, надо еще 15 штук. Почему-то в последнее время мне говорят, о, детское кафе. Но это неправда чуть-чуть, потому что это не только детское кафе, мужик. Все в душе дети, да, и там у нас даже есть такие изображения, которые современные дети даже понятия не имеют, кто это такие, потому что это нашего поколения, а может быть, даже еще и старше. Оба места одинаково дороги его создателям. И там они на полную катушку воспользовались своей творческой свободой. Неужели весь секрет в товариществе? Но когда я задала этот вопрос, молодые люди глубоко задумались. Ну, однозначно с друзьями бизнес делать нельзя, не стоит, потому что ты человека начинаешь видеть не только со стороны, да, давайте повеселимся, поразвлекаемся, все дело, а уже другие аспекты его жизни, то есть как он относится там, к деньгам, к власти и всему прочему, и поэтому не стоит. Молодых людей по-прежнему кормит основная работа. А в «Забой» и «Догон» они называют увлечением и признаются. Сохраниться на плаву помогают общие взгляды на дело. И только потом дружба. Основные цели простые, как у всех бизнесменов. Успешно подстроиться под изменчивый рынок и чтобы народ приходил. Но это слой верхний, привычный для любого бизнеса. А за всем этим стоит умысел более романтичный. В городе должны быть места, не похожие ни на что. Куда было бы радостно возвращаться или заглянуть тем, кто приехал погостить. Ведь этого все и начиналось. Василиса Матюшкина, Геннадий Зверев, Андрей Казак. Новости Северного города. К сожалению, последствия пандемии и ограничений не обошли стороной наших героев. Одно из заведений им пришлось выставить на продажу. А мы и дальше будем знакомить вас с молодежью Норильска. Уже есть несколько интересных героев, чьи занятия и увлечения стоят того, чтобы о них рассказывать. Мы продолжим съемки после режима самоизоляции. А если вы знаете истории, хобби и можете рассказать о первых успехах молодых норильчан, сообщите нам. Звоните и пишите на WhatsApp Северного города или в аккаунты в соцсетях. К другим темам. К сезону готовы. Авиаторы из Норильск Авиа поделились планами на наступившее лето, а также рассказали, как вертолеты к сезону готовили. Все подробности прямо сейчас. Ежегодно вертолеты Норильск Авиа перевозят десятки тысяч пассажиров и сотни тонн грузов. Пик нагрузок на предприятие приходится на летний сезон. Он длится с середины мая по конец сентября. Так, летом пилоты наматывают от 600 до 700 летных часов. Зимой эта цифра меньше – от 300 до 400 летных часов. В сезоне 2019, например, были перевезены свыше 21 тысячи человек. В основном это вахтовики, а технического груза и провианта – почти 950 тонн. Помогают выполнять и другие производственные программы, например, облет теплотрасс,
ТАСС, газопроводов, Норильск Трансгаза и НТЭКа. В этом году, по словам авиаторов, какого-то ажиотажа не предвидится. Пандемия скорректировала планы, но и ощутимого оттока в работе не будет. Помимо перевозок, планово будут доставлять туристов. Первые группы полетят в июле и августе. А если ограничения по коронавирусу будут продлены, к таким мерам тоже готовы. Перевозка вся организована таким образом, чтобы выявить на стадии перевозки лиц, которые, возможно, подпадают под эту категорию. Если выполняется несколько рейсов в день, то поэтапно привозят сюда людей. То есть не находятся все в скопом здесь единовременно. Также на воздушном суде у нас обеспечено необходимыми средствами индивидуальной защиты, как жидкости для рук, да, гигиенические. Вот. Также по выполнению полетов мы производим дезинфекцию воздушных судов. Парк вертолетов Норильск-Авиа 4 Ми-8 МТВ и 12 Ми-8Т. Все машины многоцелевые, а чтобы в процессе эксплуатации не возникало проблем, подготовка к лету и зиме – отдельная процедура. Так, к предстоящему сезону готовиться начали еще в феврале. У вертолетов заменили жидкости и масла. Агрегаты и узлы будут лучше работать, рассказывают технические специалисты. Проверяют целостность корпусов, коррозионное состояние от плюс 60 до минус 50 градусов. Такой температурный диапазон работы вертолетов. Перевод авиакомпаний, в частности воздушных судов, это не только работа с вертолетами, это еще и работа с техническим, слетным и обслуживающим другим персоналом. С персоналом проводится техническая учеба, проводится сдача зачетов. Плановые осмотры и ремонтные работы здесь тоже идут на постоянной основе. Например, эта машина практически готова, осталось ее протестировать. После того, как у вертолета в гараже проверили герметизацию кабины, сменили смазочные материалы с зимних на летние, вертолет откатывается на площадку. Сейчас состоится технический запуск двигателя, после которого будет понятно, готова ли машина к эксплуатации или нет. Ожидается обновление парка вертолетов. В этом году Норильск-Авиа пополнится двумя новыми машинами Ми-8 АМТ. Михаил Чернов, Артем Смирнов и Рамис Муфтиев. Новости Северного города. Тем временем в городе стартовал ставший уже традиционным благотворительный забег «Норильск, беги со мной». В этом году его решили провести в онлайн-режиме. Это уже пятый забег по счету, и каждый год собранные деньги работники благотворительного фонда «Территория добра» направляют на лечение и реабилитацию детей-инвалидов. В этом году норильчанам предлагают выбрать для себя дистанцию. От чисто символической в 1000 метров до марафонской – 42 километра. Поучаствовать могут и самые маленькие горожане. Так благотворители хотят воспитать в детях желание помогать своим ближним. В выборе локации пробежки организаторы норильчан не ограничивают. Хоть дома, на беговой дорожке. Участники должны снять себя на видео или фото и выставить в соцсетях с хэштегом «Норильск, беги со мной». Эти ролики уже есть договоренность. Мы будем передавать для демонстрации на больших экранах. И каждый человек, присоединившийся к забегу, может увидеть себя на большом экране. Я думаю, что когда мы будем подводить итоги, мы сможем увидеть вообще Норильск бегущим городом. И то, что норильчане любят побегать за доброе дело, показывают цифры. Самый первый забег 5 лет назад собрал больше 1500 участников, а прошлогодний – уже 5000 человек. Вместе они сдали на благотворительность почти 1,5 миллиона рублей. Благодаря забегу «Норильск, беги со мной» удалось пройти реабилитацию 13 детям. Собранные в этом году средства направят на лечение еще 4. И уже сейчас благотворители собрали больше 50 тысяч рублей. Итоги забега подведут 12 июля. Днем в городе облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер западной четверти 4,9 метров в секунду, температура в городе плюс 6, плюс 9, а в Дудинке плюс 5, плюс 8.